Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Физика 7 класс. Отвечаем на вопросы после параграфа 31. Вопрос номер 1. Приведите примеры действия на тело нескольких сил. В большинстве случаев в реальной жизни на тело действует обычно не одна сила, а несколько. Приведем такие примеры. Вот это парашют. Парашют. Парашютист спускается на парашюте. На парашютиста какие силы действуют? Во-первых, на него действует земля, и сила, с которой она притягивает парашютиста, называется сила тяжести. Во-вторых, ему мешает сопротивление воздуха. Вверх стрелочка, сила сопротивления, FS, сила сопротивления воздуха. Две силы, не одна. Парашютист, на него действует сила тяжести и сила сопротивления воздуха. Если груз висит на пружине, груз висит на пружине. Это потолок, к которому прикреплена пружина. Это сама пружина. И груз висит на пружине. На груз действует сила тяжести, притягивает его к земле. F-тяж. И действует сила упругости пружины вверх. F-упругости. Упор. Вот второй пример. Две силы. Сила тяжести и сила упругости. Если вы хотите знать ответы и на остальные вопросы, следите за новостями сайта онлайн ГДЗ в социальных сетях, а также подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на YouTube.